Китай запретил въезд в страну немецкой делегации, которая планировала провести наблюдение за так называемыми образовательными центрами, построенными коммунистической партией в Восточном Туркестане. Данное решение китайских властей связано с тем, что в состав делегации партии «Зеленых», визит которой был запланирован на следующую неделю, входит Маргарет Баус, известная своими выступлениями в защиту уйгуров. Баус прокомментировала ситуацию и заявила, что это категорически неприемлемо. Депутат от партии «Зеленых» призвала Бундестаг не допустить такого отношения со стороны Китая. Представители неправительственных организаций Восточного Туркестана встретились с волонтерами из Малайзии. Делегация Исламской организации сотрудничества встретилась в Стамбуле с главой малайзийской организации УМАТ и главой комиссии по правам человека Ахмедом Аззамом. На собрании, прошедшем 4 июля, были обсуждены ситуация в Восточном Туркестане и положение уйгуров, находящихся в Таиланде. После вооруженных нападений в трех разных регионах в США был объявлен пятидневный траур. По указу Трампа до 8 августа во всех госучреждениях, в том числе и Белом доме, будет наполовину приспущен американский флаг. Во время вчерашнего нападения в Чикаго погибло 14 человек. В другом нападении, совершенном около одного бара в Огайо, погибло 9 человек. Третье нападение, жертвами которого стало 20 человек, было совершено в торговом центре Эль-Пасо в штате Техас. Министерство нефти Ирака опровергло сообщение о том, что нефтяной танкер, захваченный армией страж Иранской революции, принадлежит администрации Багдада. В заявлении указывается, что власти пытаются собрать подробную информацию о захваченном судне. Стражи Иранской революции заявили, что захваченное в Персидском заливе судно «Хита», незаконно перевозившее иранскую нефть в арабские страны, принадлежит Ираку. В то время как увеличивается напряженность между Индией и Пакистаном в районе контрольной линии Кашмира, слухи о возможных столкновениях распространились в приграничных поселках. По сообщениям пакистанской полиции, в результате стрельбы индийских солдат в зоне контрольной линии была ранена одна женщина. Пакистанцы, проживающие рядом с границей, покидают свои дома и переселяются в безопасные участки.